Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили состояние пешеходных переходов и лежачих полицейских вблизи социальных объектов в поселке Горки-2. Партийцы зафиксировали, что все разметки нанесены и необходим ремонт дорожного покрытия на стыке полотна с лежачими полицейскими. Итоги мониторинга единороссы передали в Теруправление Горское для отработки. Кроме того, они провели урок безопасности для воспитанников детского сада. Инспекция прошла в рамках реализации проекта «Безопасные дороги».